«Мир вашему дому». Сегодня мы будем говорить о кино, которое в последнее время нас очень редко радует, чаще огорчает. Но мы будем говорить с тем человеком, который имеет прямое отношение к созданию киноклассики, которая уже живет и будет жить. Человек, который причастен к созданию более 100 фильмов, 74 сценария он написал к фильмам, которые я сейчас перечислю отчасти. Сыграл как актер 13 ролей как актер. Как режиссер поставил 11 фильмов, 4 как продюсер. То есть человек, который всю жизнь занимается кинематографом. Мультипликация еще. 12 мультиков. Ну вот уже появился голос за кадром. Я вам представляю с огромной радостью кинодраматурга, сценариста, писателя, режиссера, продюсера, далее народного артиста РСФСР и лауреата Государственной премии СССР Виктора Ивановича Мережко. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Николай Викторович. Привет. Как будем общаться? Николай. Ну, Виктор и Николай, мы же давно друг друга знаем, дружим. Хорошо. Если перечислить все то, что создал этот человек за лет 60 где-то, как вы работаете, как ты работаешь, да, в кино, да, то это уйдет вся программа. Поэтому я припомню вам лишь только те фильмы, которые, ну, уже стали классикой. Это «Здравствуй и прощай», «Родня», это «Курочка Ряба», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трын-трава», в котором я играл в вашем фильме, в твоем фильме, «Одинокая женщина», «Желает познакомиться», «Прости» и многое-многое другое. «Сонька, золотая ручка». «Сонька, золотая ручка», но это уже сериалы. Но тем не менее. Но тем не менее. Ну что ж, Виктор Иванович, давай попробуем поговорить о том, в каком пространстве нашей культуры и кинематографом мы с тобой оказались. Тьма, вот. Тьма, Коля, в тьме. Мы причастны к созданию чего-то приличного, да, в советском кинематографе. Сейчас мы живем в этой... В тьме. Вы утверждаете, что тьма. Почему? Да. Потому что кино деградирует полностью. Я всегда вот говорил, что Америка завоевала планету с помощью Голливуда. Кино – это... Товарищ Сталин, знаешь, как говорил про кино? Я сейчас написал 24 серии игрового кино про Сталина. Он говорил, что кино не только не столько идеология, не столько не столько искусство, сколько идеология. И это верно, потому что с помощью кино можешь завладеть душами как в дурном смысле, так и в хорошем. К сожалению, сейчас в нашей стране идет такая ситуация, что кинематограф развращает, расливает души. В советское время всегда была надежда на плюс, на положительное. Понимаешь, почему были... Ты знаешь, что, наверное, по бюджету, по доходной части на первом месте стоял, в бюджет стоял водка, на втором кино, на третьем табак. То есть кино приносило серьезный доход. Не было ни одного маленького пункта населенного в России, в Советском Союзе, чтобы туда не попало кино. Кинопередвижки, киномеханики были почетными. Потом, обрати внимание, как развивалась так называемая наша окраина, республики советские. В каждой была киностудия. Была «Великая Грузия» фильм, прекрасный «Азербайджан» фильм, «Армения» фильм. Понимаете, Средняя Азия, казахское кино великолепное, узбекское кино, Хамраев и так далее. Сейчас все это разрушено, все это уничтожено. Мы как-то пытаемся в России все-таки, ну, попытка реанимировать. Вот твоя идея насчет того, что было Госкино России, я абсолютно поддерживаю, потому что кино – это индустрия. Кино – это то, что должно приносить не только деньги, но еще воспитывать людей. Поэтому она не может входить в Министерство культуры кинематографа. Это должна быть отдельная Госкино, как, кстати, Большаков, все в советское время были, Филипп Тимофеевич Ермаш, что были, сейчас не помню, кто еще в 30-х годах был, представитель Госкино. Значит, государство понимало, что кино – это данность, это то... Тот мощный рычаг, с помощью которого можно воспитывать людей. Мы сейчас не воспитываем людей, мы их развращаем. Деградейшн идет полное.
А сейчас Голливуд стал плохо снимать кино. Я люблю американское кино, например, «Однажды в Америке» или «Таксист», «Кабаре». Великие фильмы, безусловно. Они непростые по идеологии своей, но они великие, делали мастера. У нас сейчас кино американское, такой мусор, и мы постараемся этому подражать, наши, дурно подражать, бездарно и позорно. Понимаешь, были имена, были лица, была идеология, она не развращала людей, она была настроена на положительно. Да, сейчас же нет рабочего класса в стране, сейчас менеджеры, это айтишники, а где рабочий класс, где крестьянство? Нет, все уничтожено. Мне недавно прислали на Ютубу ролик, где, во-первых, музыка была великолепна. Понимаешь, даже музыка, все песни, лучшие песни, которые за столе были, шли из кинематографа, все. Вот потрясающе, конечно. Какие были фильмы, какие были песни. Это все народ, и народ же не идиот. Он подхватывал это красиво, достойно и правильно. Были свои герои. Николай Александрович Крючков, Георгий Юматов. И какие лица, и какой талант. Это же, понимаете, сейчас вот я не ворчу. Можно сказать, Мережко там с позиции возраста. Нет, с позиции нравственности. Люди равнялись на этих актеров. Они хотели быть, как они. Борис Федорович Андреев, чего стоил. Олейников, прекрасный, великий актер, безусловно. Николай, скажи, как может Россия не иметь идеологии? Это преступление. То, что в Конституцию было внесено, что у страны нет идеологии, это абсолютное преступление, с моей точки зрения. Скажи, пожалуйста, у тебя огромное количество фильмов. Вот что бы ты сам бы выделил, чем ты гордишься? Безусловно, «Полеты во сне наяву», безусловно, «Родня», «Здравствуй, прощай», то, что ты перечислил. Я вот, когда иду в церковь, я всегда ставлю свечку в память Ермашу Филиппу Тимофеевичу. Представьте, Госкино СССР был. Он спас одну из лучших моих картин «Полеты во сне наяву». Украинская студия Довженко хотела, ну, представители Госкино Украины хотели, была команда смыть негатив. То есть ее бы не было. Балаян там пытался дергаться, что режиссер. Но была задача уничтожить, смыть. И втихаря Володя Сосюра был такой редактор, не знаю, жив он сейчас, нет, сын известного поэта украинского Сосюра, тоже Владимир. Он втихаря привез в Москву «Полеты во сне наяву». А Ермаш в это время был в Ташкенте. Помнишь, был кинофестиваль? Да, помню, я там был. Я тоже был там, да. И посмотрел картину «Павлен». Он сказал, что это дерьмо я не видел, я не хочу эту картину. Пусть украинцы разбираются сами. Вернулся Ермаш и сказал, ну, Мережко знаем, кто такой, а Балаян, бог его знает. Давайте третью категорию дадим и примем эту картину. Третью, это низшая категория. Но это было, Коля, 600 копий. Представляешь, третья печать, 600 копий, третья категория. Мне заплатили небольшие деньги, но потом, 10 лет спустя после этого, мне звонит, когда уже Ермаша убрали из Госкино СССР, вдруг звонок на квартиру, не было же мобильных телефонов, на домашний. Мне покойная моя жена говорит, Вить, Ермаш, так почему-то шепотом. Я подумал, это ошибка. Звонит Ермаш Филипп Тимофеевич, говорит, Виктор, я тебя поздравляю, ты лауреат Госпремии СССР. Я говорю, за что? За «Полеты во сне наяву». Тогда начну я, если не возражаете. Скажи, пожалуйста, ты читал обращение наше к президенту? А я подписал даже его. Да, потом ты мне звонил, да. Ты тоже хочешь подписать. Да, конечно, конечно. Вот что ты думаешь о тех пунктах, которые там мы предложили? Прежде всего, мы должны добиться, чтобы было Госкино России, в первую очередь. Я давно говорил об этом Карену Шахназарову и Никите Михалкову. Но они, ребята, как-то занимали такую позицию. Не, сейчас не вовремя, сейчас не надо. Как? Сейчас уже время приходит. Уже мы тогда опоздали. Сейчас, как бы сейчас не опоздали, Коль. Сейчас, понимаешь, мы можем добиться того, что сейчас мы, как сказать, не догоним. Мы там предложили
ряд программных вещей для государства, чтобы выводить наше кино из этой бездны, о которой, кстати, чиновники еще прежнего руководства Минкультуры говорили, что у нас потрясающие Коля, успехи. А как ты выведешь кинотеатры, когда они в частных руках? Ну, так их надо делать государственными. Кто нужно сделает? Построить государственные кинотеатры по всей России. Так нужна идеология государственная. Идеологию, конечно, надо вводить, естественно, это уже ясно. Мы губим поколение. И не одно. Этой вседозволенности, которая до сих пор... Значит, даже... неохота ворчать, но так произошло уже. Это факт свершившийся. Вот что... Ну, хорошо, ну да, но можно исправлять, вот так, как делали поколение, зомбировали вот этой бездуховностью. Так теперь нужно остановиться, стряхнуть эту нечисть всю и начать делать то, что будет поднимать дух нации. Да. Нельзя нацию опускать. Нельзя... Ее нужно поднимать, нужно любить. Нужно говорить, что вы талантливы, хорошие, счастливые, молодцы, а не говорить, что вы дерьмо, что вы черви, твари дрожащие и так далее. Значит, пойдем по пунктам, которые мы предлагаем президенту. Это выведение культуры из рынка принципиальное, поскольку культура и рынок – несовместимые понятия. Что ты об этом думаешь, поддерживаешь? Поддерживаю целиком, потому что где рынок, там культуры нет, там идет бабло. Все. Теперь второе о бабле. Я все время избегаю этого слова. Позволю вульгарное слово. Да, так вот, об этом. Мы предлагаем там, чтобы бюджет на культуру был уравнен с бюджетом Министерства обороны страны, поскольку культура – это оборона души. Оборона души, конечно. Потеряем душу государству. Да, кому все эти инновации, роботизация, ракеты, кого будем защищать? Духовных мутантов? Мутанты, идиотов. Так, это ты поддерживаешь. Дебилов, да. А госкино, ты уже говорил о том, что это надо делать. Тоже поддерживаю. Дальше. Госкино как корпорации. Мосфильм должен работать как огромная часть киноиндустрии. Снимать фильмы. Кинофабрика, как было всегда. Кинофабрика. Ленфильм сейчас загубленный совершенно. Студия Горького. Студия Горького. Уничтожена. Ужас. И там опять сейчас пришла, не знаю, фамилию женщина, которая под грефом, насколько я знаю, лежит, там, значит, будут фильмы снимать для дебилов, для детей дебилов, выращивая из них черти кого. Так же, как и анимация, фонд анимационный, да, тоже, да, купил Греф. Да, Греф. И теперь к нему пойдут. И к чему мы придем? За деньгами. Мы можем тут о чем угодно разговаривать, Николай. А если там уже программа заряженная, студия Горького, считаю, она и так похожа на, как будто после войны разруха там. Да. А какие фильмы она будет клепать, и кто будет писать сценарий, кто будет режиссировать? Ну что ты? Сейчас не хочу пессимизм. Ну, это второй вопрос, прости меня, но мы на «Золотом Витязе» проводим уже много-много лет конкурсы сценарные. Я набрал около 150 в портфеле у меня сценарии. Молодых или разных? Разные есть, разные люди. Да. Смотри, недавно, я их не пожалуюсь, недавно мы затеяли, мне кто-то сказал, напиши «Полеты во сне наяву», но про женщину. И написал сценарий, который называется «Одиночество сволочь». Как? «Одиночество сволочь». Про женщину, которая 45 лет, и там у Янковской было 40 лет, у женщин, сейчас же проблема одиночества женщины стоит остро. Женя Герасимов, народный артист России, Клебанов Игорь, народный артист России, Мережко, народный артист России, Артемьев, он же Эдуард, ну, Леша, народный артист России. И нам министерство культуры рубит этот проект. Почему? Там нет ни пошлости, ни вульгарности, там классный сценарий, очень хорошая группа, я тебе пришлю, это творческая. Нам зарубили министр культуры. Почему? Скажи, пожалуйста. Я сейчас не жалуюсь, я задаю вопрос. Этого я не знаю, но по поводу экспертного совета Минкультуры, который обсуждает, чему давать, а чему нет, они сами он удивляются. Нет, сами. Там, он, понимаешь, там между собой ребята распределяют, как я догадываюсь. Не подавайте на меня в суд. Но я предполагаю так, это моя точка зрения. Они между собой распределяют, кому дать. У каждой этой корпорации, так, продюсерской, есть свои дочерние структуры, куда они распределяют деньги, безусловно. Но это так, когда мы в общественном совете Минкультуры анализировали работу фонда кино, то мы обнаружили то, что из 20 экспертов 14 прокатчики-продюсеры, которые делят эти 4 миллиарда между собой. Бабки, да.
и никого не подпускают близко. Луки оставили все. Теперь ответь мне, как ты относишься к тому предложению, которое в нашем предложении президенту по поводу экспертных советов, что это не должны быть люди, лоббирующие свои интересы, а это должны быть представители социально значимых профессий, допустим, педагоги, значит, медики, правоохранители, это духовенство, чтобы они читали там сыновей. Я не очень разделяю эту точку зрения. Подожди, подожди, но что бы они могли бы сделать? Педагоги, читая такие сценарии, как школа, могли бы сказать, да ведь это удар по нашему образованию. Дальше правоохранительные органы, читая, да ведь это же усиление преступности в нашем мире. И популяризация. И так далее, и так далее. Да. Понимаешь? А эти, они будут делить вот это самое бабло. Коль, вот смотри, была великая профессия редактор. Была, их сейчас нет. Их нет, уничтожили как класс, как крестьянский, как рабочий класс, его нет. Раньше я знал, если редактор читает мой сценарий, это уже принято. Она дальше идет к директору объединения творческого. Сейчас смотри, что с Ленфильмом сделалось. Сейчас как может Ленфильм быть банкротом? Кто его обанкротил? Зачем? Чтобы получить здание или что? Почему это так делается? Сейчас пришел какой-то новый человек по фамилии Щербаков, по-моему. Инессу Юрченко убрали. Она блистательный профессионал. Она владеет крупнейшей кинокомпанией Питера 3X Media. Ее убрали из Ленфильма, потому что она слишком, как я догадываюсь, глубоко копнула в то, откуда делались 4,5 миллиарда рублей, которые дал Путин когда-то на восстановление Ленфильма. Куда все это подевалось? Понимаешь, мы говорим о восстановлении. Давайте начнем с Мосфильма, с Ленфильма, студии Горького. Давайте наши вот такие три кита основных восстанавливать, а потом уже кинотеатры строить. Сейчас пока что это болтовня, Коленька. Ну, что значит болтовня? Просто мы думаем, что нужно делать, чтобы воспитывать поколение. Пока мы думаем, и пока президент не кивнет кому-то, кому-то не даст по заднице как следует, а да, я боюсь, что он не даст. Да, это может только президент, лишь один он своей волей державной может поменять эту ситуацию. Но ты понимаешь, какая глыба поднимется протестов против нашего предложения? Да пускай поднимется, когда дьяволу прищемляют хвост, он визжит. Не хвост, другое место. Но мы потерпим этот визг ради грядущих поколений. Терпит. Поколение уже деградировано. Нужно воспитывать новое. Где ты их возьмешь? Как где? Сейчас они рождаются, только не пусть они растут уже, на хорошем. Все боятся баранавируса, все боятся цифровизации, чипизации, все боятся. Понимаешь, страх, самое страшное чувство, которое испытывает человек, это чувство страха. Он страх, чтобы не заболеть, страх потерять работу, страх за детей, страх за родителей, так, страх. Он, к сожалению, в нашем обществе активно поселился, страх. И вот пока мы не выгоним страх из сознания молодых и немолодых людей, мы ничего не добьемся. Волков боятся в лес не ходить. Пойдем в лес. Что их бояться-то? Надо говорить правду, нужно действовать так, как действует тот же Никита Сергеевич Михалков, который стал, кстати, нерукопожатным у пятой колонны. Потому что он поднял забрало и говорит в полный голос через бесогон то, что он считает нужным. Но это нужно делать. Он должен возглавить вот это движение Госкино. Но сам он, естественно, не пойдет на должность председателя Госкино, потому что нет, он творческий человек. Нет, я не говорю, он поддержал активно эту проекту. Он же в самых добрых отношениях с президентом. Значит, должен сказать, Владимир Владимирович, поддержи, пожалуйста. Или на ты, на вы, я не знаю, как он. Он должен поддержать это намерение. Без этого кино не воскреснет. Или при новой власти, просим, уже начнется движение, но мы уже опоздаем. Мы не молодые с тобой, к сожалению, люди, хотя я считаю себя молодым. Так же, об этом ты мне говорил до программы. До программы, да. Я не знаю, сколько мне лет и не хочу сдать. У меня сейчас... Я написал уже 3 сценария для Басилашвили Олега Валерьяновича. Великий, гений. Мне, знаешь, что на одном канале сказали? Да вы что, куда вы стариков суете? Это не рейтинговый, значит, не бабло. Да, да, да. Ну, что такое? Я придумал сценарий, где должна быть Чурикова, Басилашвили, Крючкова Светлана, Демидова Алла. Чтобы всех великих собрать в один фильм. Мне сказали, это нам не нужно. Ну, что такое, Николай Петрович? Но это правда, это им не нужно. Это им не нужно. Как-то у нас с тобой все грустно печально получается. Оно веселиться не на чем. Да. Я очень рад, что я пришел к тебе. Понимаешь, тема кино – это тема судьбы Родины.
Кинематограф делал когда-то великую страну песнями, фильмами, героями, персонажами, актерами, режиссерами. Знала страна своих любимых. Ладынина, Любовь Петровна Орлова. Ты вспомни, сейчас с многим молодец. У меня была такая история. Я дружил с Олегом Янковским, после полетов особенно. А потом его не стало. И мне как-то молодая девчонка позвонила, нашла мой телефон, говорит, я хочу с вами встретиться. Я поступаю в театральный, в Щуку или в Щепку, неважно. Я хочу с вами поговорить, может, дадите консультацию. Мы возле моего дома, я живу на аэропорте, зашли в какое-то кафе, ну, ни о чем, и говорили, ты знаешь, как время летит. Уже год прошел, как не стало Олега Янковского. Она говорит, а кто это? А эта девочка поступает в театральный институт. Ты понимаешь, поколение, лишенной памяти, люди, лишенные памяти, падают в бездну. Не помнишь же ни Сашу Абдулова, ни Олега Янковского. Уже так. Слава Богу, ТВЦ делает хорошие программы. Такие. Мне нравится то, что они делают. Я иногда рассказывал здесь о том, как я, будучи в общественном совете Минкультуры, пришел поглядеть на отбор кадрового резерва Минкультуры и задал одной из проходящих мимо нас, тех, кто хотят работать чиновниками, за один вопрос. Пожалуйста, назовите русских поэтов XIX века. Нифига. Молчание, Нетючего. Ужас в глазах. Не Лермонтов, просто никто. Столбня. А Пушкин? Потом еще одному задал я парню, который прошел. Такая же реакция. Просто не знаю. Даже Пушкина не назвали? Нет, все. Лермонтов тоже нет. Ну какой ужас, что от нас... А когда ушли они, то глава департамента по кадрам мне говорит, ну зачем вы их смущаете? Как трогательно, да? Коленька, я не знаю, мы сейчас говорим как с тобой как на кухне, мы ворчим, но выход каков? Даст Бог достучиться до кого-то из там наверху. Хрен, не достучиться. Слишком машина запущена. Ты понимаешь, запущенная машина, да. Не раскрутить обратно. Но нас слышат. Оказалось, что слышат. Я тоже так же думал. Кто? Кто? Да. Президент, слышь. Я тебя умоляю. Слушай. Вот мы, наш «Золотой Витязь», лет 15 долбили со всех трибун, что в стране нет стратегии государственной культурной политики. Это же я озвучил на Патриаршем совете по культуре в 2014 году. Патриарх услышал и сказал, мы обратимся к президенту. И он обратился, и президент его услышал. И что дальше? И дальше приняты основы государственной... Вот смотри, Коля, я возглавляю Шукшинский кинофестиваль в Барнауле, на Алтае. Сростки, где Василий Макарович, грандиозный же был писатель, артист, режиссер. Позапрошлом году, по-моему, позапрошлом, или 90 лет Василию Макаровичу, на фестиваль не дает Минкульт денег вообще, тогда еще был Мединский. Я звоню Вайну, это глава администрации президента, и говорю, Антон Эдуардович, говорю, вот такая ситуация. Говорю, а почему не дают? Я говорю, ну задайте вопрос министру. Нам в итоге дали 2 миллиона рублей, в то время как, допустим, кинотавр получает раз в 10 больше. Ну это что такое? Шукшину на фестиваль не дают, я же не беру из этого денег, нифига. Потому что это традиции, о которых говорит президент, что их надо сохранять, и почему-то именно им и не дают. И на «Золотой Витязь» такая же поддержка. Так он говорит сохранять, а фигушки? А никто этого не делает практически. Почему? А почему? Да потому что, ты знаешь, я об этом тоже Машина уже запущена. Я говорил. Откатать нереально. Я видел некоторых чиновников Минкультуры, с которыми я сотрудничал, будучи в этом общественном совете Минкультуры. И что я видел? Что вроде русские люди, но почему такая русофобия? Почему такое... Это высокомерие к своим традициям, противное. К своему народу. Противное. Почему? Ты это видишь, что это есть? Есть, к сожалению, есть. Даже на себе, вот я последний раз говорю, мне зарубили сценарий, проект замечательный, и зарубили, и чтобы я, ну, дергаюсь, ворчу, ну и толку с этого. Они, караван, собака, я лаю, караван пошел дальше. Эти вот ребята, которые делят бабло. Ты понимаешь, вот мне перед уходом из жизни Тодоровский Петр Ефимович, мы с ним встретились, и я ему говорю, ну что вы дальше? Он говорит, потрясающий сценарий я написал о войне, а он участник войны, он это прожил все. Да. Он говорит, я вот предложил, я министру тогдашнему, ну и мне ответили. Это Швидкому? Ну, кто-то там был при нем, он, значит, предложил, и ему отвечает,
то министр, ну что, 30% дадим, прочее ищите. И он на склоне лет, уходя уже из жизни, профессионал экстра-класса, должен бегать, унижаться, дайте мне. Почему нет 100% финансирования и кино, как было раньше? 400 тысяч рублей на проект. Была плановая. Сколько Мосфильм выпускал? 180 фильмов в год? Да. Да. Понимаешь, было плановое, что вот кино получает столько-то. И вы давайте продукцию. Если не выдаешь продукцию, штрафовали, наказывали, снимали директоров киностудии и так далее. Была великий редактор Ленфильма Фрижета Гукасян. Гукасян, да. Сколько она нашла талантливых людей. Хейфец был худруком Ефим Иосифович. Понимаешь, сколько там и Козинцев помогал, и покойный. То есть была школа. А сейчас куда школа нафиг? Ну, Ленфильм, который я сейчас часто живу в Москве, живу на два города. Мне жалко, ну, построили вот это, покрасили колонны белым, красиво. Красивые коридоры сделали, а толку? Где это сделано? На Ленфильме. В Ленфильме. А толк? Какой толк? Я снимал фильм «Не ждали», «Павильон». Боже мой, разрушено эти, все разрушено. Туда должен был приехать Путин посмотреть на съемки. Но его Пичугин был такой директор Ленфильма, не пустил туда. Он сказал, что, потому что в этот сарай, в эту разруху нельзя было заходить президенту, я так понимал. А там снимался Олег Басилашвили, как раз мы снимали гениального Олега Валерьяновича. Картину за нас не ждали. Это 4 серии для Первого канала. Вот сейчас я вчера звонил Олегу Валерьяновичу, говорю, ну как твое здоровье? Он говорит, Витя, ну нет работы. Я говорю, Олежечка, ну я для этого написал 3 сценария. Ну и толку, он говорит, и толку. А я пишу, я не откладываю, я работаю, пишу. У меня задача, вот я сам из Донских краев я родом, я написал сценарий «Красный Дон». 41-45 год, как казачество воевало во время Великой Отечественной войны. Они же не были предатели. Были предатели, но казачество в массе своей были патриоты. Ну, нифига нет денег. Это сериал, 12 серий. На «России один» нет денег. Меня не подпускают близко к, этой, к этому каналу. Почему? Я сейчас не жалуюсь, понимаешь, мне, это вызывает недоумение. Ну, ты один из немногих классиков-профессионалов, драматургов, которые понимают, что такое сценарий. Которые понимают, что такое сценарий. А вот сейчас, вот гляди, я вот гляжу те блокбастеры, которые делает наша кинематография нынешняя, и о которых гордился наш предыдущий министр, о том, что какое-то идет движение вверх у нас в кино. Какое движение вверх? Я вижу то, что они считают движением вверх. Это вверх по лестнице, ведущий вниз. Это слабая драматургия, очень плохие сценарии, это плохая режиссура, это актеры с улицы. Или это... наоборот, уже заштампованные, затасканные, надоевшие. Есть же, на каналах говорят, нет, дайте нам звезду, а звезда уже стыдно им их снимать, они потеряли профессию. Только деньги, 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 деньги. Все. Как ты считаешь, в принципе, можно исправить положение? Я больше пессимист, чем ты. Ты оптимист. Я не боец. Я боец, но я пишу. Я хочу снимать кино, писать. Типа, а ну, извини, ты боец, ты, по-моему, секретарь Союза кинематографистов, так? Ну как что? У нас пленумы проходят. Там же можно предлагать, чтобы двигать процесс. Воздух. Это гонять воздух называется, Коля. Ну, я не вижу, понимаешь? Это не пессимизм, это реальность. К сожалению, такова реальность, что я не знаю, я не вижу. Пока Верховный не скажет, ребята, поймите, что кино – это идеология, кино – это нравственность, кино – это воспитание, а не деградация личности. Понимаешь, только мощная государственная машина должна это делать, не насильственная. Но пора включать машину. Давайте. Иначе погубим страну. Уже она почти погибла, извини за пессимизм. Ну, ты какой-то пессимист. Коленька, ну я реалист. Молодец, что ты эту тему поднял. Я считаю, что это важно и своевременно, пока мы не... Мы уже летим туда, но пока мы до дна еще не долетели. Вот ты пытаешься это перехватить, полеты страшные. Вверх по лестнице, ведущий вниз, понимаешь? Как Швидко сказал, тебе сказал, мы новое начали. Ну, вот новое открыли, и что дальше? Поэтому давай не опускать руки. Вот не знаю. Ну вот правильно, я к этому
и веду от этого все. Я не верю. Я в твоих... Станиславский, я не верю. Я верю. Я плечо к плечу к твоему. А надо барахтаться. А может... Барахтаться? Да. Да мы барахтаемся. И взобьем эту пену, и нас увидит так президент и скажет, все, пена, хватит. Ребята, хватит взбивать пену, он скажет. Коленька, ты сейчас назвал нас пеной, не того сам неведомого, как ты слово точно подобрал. Нет. Ну, что трудно делать? С тобой говорить. Ты почему? Упертый пессимист, а я не, оптимист. Не, я реалист. И Коля. Я реалист с признаками оптимизма. А я реалист с признаками понимания ситуации вообще. А значит, давай мы с тобой так договоримся. Поскольку на позитив сойдем, да? Ты секретарь Союза кинематографистов. Я думаю, что скоро проведем или пленум, или съезд. И надо поднимать очень серьезно эти вопросы. Давайте. И чтобы нас услышал президент Союз кинематографистов России, я думаю, что все впереди. Дай бог. Ну вот на этой ноте активно. Николай Петрович, я очень рад, что я пришел к тебе. Будем надеяться и стремиться к тому, чтобы исправить ситуацию. Я рад тебя видеть. Я помню наше знакомство в поезде. По-моему, мы в Питер ехали с тобой. Ленинград еще. Ленинград, тогда да. Ты молодой драматург. Обожаю Ленинград, Питер. И мы с тобой прекрасно говорили. Да. Это было полвека назад. Я тебе искренне желаю сохранять чувство молодости, которое есть и в тебе. И оптимизма. Оптимизма. И ты все-таки боец. Ты можешь. Я боец. Я не отрицаю, что я не опускаю руки. Я пишу много сейчас. Я сейчас написал сценарий, так уже говорить, где воскрешаю Смутудовского, Юматова, Папанова, Высоцкого. Перевожу из сегодняшней, даже они попадают в карнавал коронавируса. И я их воскрешаю. Где я возьму деньги? Не знаю. Нравственная абсолютная история. Брагинский, Эмиль Вениаминович, который очень много сделал для меня лично, как для сценариста. Великий драматург был. А нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Эту программу обязательно увидят те, кто отвечают за культуру, и будут делать выводы, надо ли помогать Мережко или бог с ним. Или пошел нафиг. Не, надо, надо. Я тебя обнимаю, будь здоров. Коленька, спасибо, что пригласил. И до новой встречи. Твоя программа не в качестве комплимента очень важна, нужна, потому что ты открываешь те ворота, в которые хочется входить. Спасибо тебе. Пойдем в эти ворота, и мир вашему дому.